Я тут такую себе одежку сшила в огороде работать. Сейчас отойду, посмотрите. Вот это вот один свитер детский сына, а это от другого свитера юбочка. И получается, я их сшила вместе, наклоняюсь, и ничего не дует. Здесь, правда, пришлось разрезать, потому что шейка-то уже не детская. В ленте сегодня опять два пакетика семян дали. Оказалось, то, что мне надо, шпинат. Я вот открывала уже и смотрела. У меня как раз семян шпината нету. А это наш помидор стал спеть, который на подоконнике. Чудной такой, но начал спеть. Отъели у меня две дыни. Корень остался, а на уровне земли как подрезали. Так что у меня осталось теперь только их три. И еще неизвестно, может, их тоже съедят, вот это вот огурцы. Ну и пришлось вот в эти посеять еще, подсеять дыни. Огурцы у нас перестали расти. Они, наверное, все съели уже. Вот такие вот. Они вроде бы как набирают, набирают, набирают за весь, но она не растет. Надо будет их выбрасывать. У нас заметно похолодало. То и дело, идет дождь. Приходится вот такую мантию одевать. Ночью пока еще плюсовая температура. Так, здесь плохо. Так плохо будет видно. Не срабатывает. Я скопала вот здесь, вот продлила грядку немножко. Мне теперь будет куда салат распикировать. Хотела я и щавель вскопать, но пока не буду. Я его могу вскопать, собрать в кучку и пересадить уже в другое место. Я думала, он будет разрастаться, а он нифига не разрастается. Так и сидит каждый к себе. Тут вот в этом месте была... Айва японская, мы ее выкупали. А все равно вот она дала прутик. Вот смотрите. Вот один прутик. Она, правда, цвести не будет. Второй прутик. Вот. Но я ее тоже выкупаю. Не больно она нужна. Но пока не буду копать. Здесь листья сделают тень. А в тени вот щавель-то нормально растет. А тут распикирую салат. И, наверное, шпинат посажу здесь. Вот здесь я выкопала вот эту желтую. Желтым цветет. Где-то она у меня тут сзади, она везде уже. Вот такая вот. Огромная была. Вот, желтым, которая цветет. И вместе с другими цветами. Здесь у меня были, ой, и аконит, и флокс, и гравелат, еще какой-то белыми шишечками цвел. В общем, решила я от них избавиться. В других местах у меня все это есть. Вот, и заодно лопатой поддела этот цвет, который желтым цветет. Это сорняк. Он везде расползся. Целое ведро накопало. Муж выкинул. Выбирал там эти корневища.
И, а, еще вот этот выкопала. Вот синим цветет мускарики. Их же у меня развелось-то полно. И вот здесь вот я часть откопала и тоже выбрала. Вернее, как я их? Я их обломала, вон туда покидала ихние головки. Вон они лежат. А муж еще там в ведре набрал. Все старается от них избавиться. Ему цветочки-то не надо. Это мне надо. Вот они сюда уже переходят. Вот он отнес ведро, там его перебирал, перебирал. Вот. А я копала в это время. Там мне еще в одном месте надо покопать. Ну, что-то холодновато. Успеется. Вот не то продолжать сеять, не то подождать холодина. Весь май холодный, весь. Георгины мои не высадятся никак. Вот зацветут сливы, вишня, груша. И вся неделя до минус 4, ребята. Представляете? Это вот в пятницу, четверг. А сейчас, сегодня понедельник, сегодня еще цветочки. Будут ягодки потом. Так, я прекращаю съемку. Мне надо куром резать травы. Пойду поставлю. Уберу телефон. Кошки, вам тоже холодно? Вот, и надо будет убирать опять мои георгины на террасу. Вот эти. А что делать? Накрывать опять кабачки и греть теплицы, ставить вентиляторы всякие, ветерки, все, что есть, собирать и греть. Вот опять дождик идет. Вот тюльпанчик еще такой есть, это поздние тюльпаны. Их там еще 2 бутончика. Еще в ленте купили вот таких сухарей. Они просто порезанный белый хлеб с изюмом. И, кстати, вкусный. А ездим мы туда уже второй раз. У нас в мае, что у меня, что у мужа, день рождения. И вот там на день рождения дают скидку 15%. Ну, что-то кажется, эта скидка... Там на нее сперва накручивают, а потом, наверное, дают. Ничего не взяли толком, а заплатили опять. Бог знает, сколько денег. Я вот квасу себе налила, что-то захотела. С сухарем. А оказывается, это не простой хлеб. Это куличи. Что не разобрали куличи, они их порезали и сушили. Куличей было море везде. А я-то думаю, что ж такие сухари-то дорогие? А это сушеные куличи. Но вкусные. Посмотрела чек. Так мелко написано в чеке. Ну, в общем, за килограмм этих сухарей 236,79. А другой пакет 236,77. Но вес у них небольшой, поэтому в одном 348 грамм, что ли, в другом 502. Вот, поэтому подешевле. Они очень легкие. Вот так вот.